Всем привет! Сегодня я вам покажу еще один коралловый риф, который находится в фарватере этой части моря. Это одно из мест, где нельзя плавать, но здесь много чего интересного. Итак, поплыли!
С вами, как всегда, Дмитрий Судакевич. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. А мы направляемся к рыбкам и кораллам. Поплыли!